Наша компания «Кивонь Рус» является представителем французского завода «Кивонь» во Франции. То есть завод «Кивонь» производит почвообрабатывающую технику во Франции. Наша задача и цель – это поставка сельхозоборудования «Кивонь» на российский рынок, его сопровождение, сервис, техническое обслуживание и поддержка запасными частями. Продукция «Кивонь» отличается от техники, которая на сегодняшнем рынке. Это металлоемкость, надежность и уникальность в своем роде. Можно сказать, что рамы, которые и трубы, металлические трубы, из которых производится наша техника, это рама и все основные несущие моменты, то есть они подбираются с большим запасом прочности. А это актуально для того, чтобы бесперебойно и надежно можно было бы работать все время, все время работы в рабочий сезон. А на российском рынке мы представляем продукт «Кивонь» с 2010 года. Для чего и была создана компания «Кивонь Рус». Ситуация, которая была с валютой, это 2012-2013 год, она изначально сказалась негативно, но далее наши сельхозтоваропроизводители уже привыкли к данному ценообразованию, так как скорректировались также стоимость продуктов, ими производимые. Соответственно, уже 2014-2015-2016 года уже показали о себе, что продукция «Кивонь» действительно востребована, и она пользуется спросом, независимо от курса валюты. Российский рынок, я скажу, что это тот рынок, который имеет огромный потенциал, которого, может быть, даже нет во всем мире. Агросалон – это та выставка, то мероприятие, которое позволяет нам представить свой продукт, донести его до конечного сельхозтоваропроизводителя именно за короткий период и именно адресно его потребителю.